Главное богатство Мирнинского района – не природные ископаемые, а люди. Те, кто посвятил жизнь творчеству и искусству и приобщает к прекрасному других. Танцоры, певцы, актеры, художники, библиотекари, работники музеев и мастера. Раз, голова, два, три, четыре, и пошли, три, четыре. Елена Ишина в детстве мечтала стать полицейским, но сцена изменила ее планы на жизнь. Сегодня женщина формирует художественный репертуар детского театра балета «Алмазы Якутии» и обучает более сотни маленьких артистов. Их постановки всегда с нетерпением ждут все мирнинцы. А неизменные овации зрителей – источник вдохновения и главная мотивация для воспитанников и их руководителя. Наша работа, вот все мероприятия, все праздники, люди приходят, они видят детей, которые выходят на сцену, красивые, обученные, наученные всему. И дарят людям свой профессионализм, свое мастерство. В копилке Елены Ишиной десятки благодарностей и наград. Ветеран Алроса, отличник культуры Якутии, заслуженный работник Мирнинского района. В профессиональный праздник Елена заслужила еще одно звание. Лучший работник Дома культуры и премию главы района 100 тысяч рублей. Выплату в Алмазном регионе вручили впервые. С культурой связана жизнь каждого из нас. И вы делаете большую работу по духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи, прививаете нам непосредственно любовь к культуре, искусству. Здесь я хочу отметить еще отдельно акционерную компанию «Алроса», потому что у нас разработана программа по развитию культуры совместная до 2030 года. Премию главы получили еще 8 человек, в том числе Вера Атасыкова, лучший мастер народных и художественных промыслов. Сегодняшняя награда, я, конечно, вот 100 тысяч – это очень много. Я, конечно, вновь закуплюсь вот материалами. Там, конечно, я куплю серебро, металлы, вот как раз то, что мне вот дальше творить, вот материал вот не хватило. В дальнейшем все мои работы, думаю, будут украшать и смотреть будут наши дети, внуки, правнуки в музеях. Республиканские, районные и муниципальные награды получили 30 работников культуры. Всего же в Мирнинском районе их в десятки раз больше. Приятной новостью для всех причастных к культуре и искусству стало строительство новой детской школы искусств в Мирном на 850 мест, самой большой в Якутии. Подрядчик подготовит проект в этом году, а сдать объект планирует в 2026. Юлия Сундукова, Илья Шикуля, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».